Всем привет, дорогие друзья! Это магазин Decanter и это Азбука Виски. Сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном бренде, который называется Динстон. А более подробно в нем разобраться нам поможет старший эксперт по крепкому алкоголю компании Simple Георгий Асатяни. Приветствую в нашей компании. По традиции с нашими гостями мы начинаем с обзорной экскурсии в историю бренда. Какие факты привели Динстон к такой популярности среди любителей односолодового виски? Ну, думаю, что мы, как любители, ценители всего хорошего, интересного и премиального, конечно, не упустили возможность познакомиться с винокурней из Южного Хайленда, потому что часто мы сталкиваемся с Северным Хайлендом. Нам интересен и знаком стиль Восточного Хайленда. Может быть, не настолько глубоко, но мы обсуждаем, наверное, это Западный Хайленд. Вот. И, конечно же, возможность постоянно видеть развитие стилистики Южного Хайленда – это большой плюс. Вот. В целом, Динстон, конечно, исторически довольно интересная винокурня, потому что это молодая винокурня. И история ее как бы делится, может быть, на две части, потому что здание, в котором существует это прекрасное производство, оно относит нас к шотландской истории, к истории 1785 года, когда именно в этом здании появилась хлопкопредельная фабрика, которая с успехом просуществовала до 1965 года. И как раз в этот год, в 1965, у нас началось производство виски Динстон. Многие обратили внимание на этот напиток за счет его деликатной такой стилистики, его легкости. Кроме того, винокурня была расположена на берегу реки Тейт. Это одна из трех самых чистых рек Шотландии. И, соответственно, снискала некую такую ауру, создала, вернее, вокруг себя ауру и снискала уважение, как винокурня, которая особое внимание обращает на природу, на органику. И, собственно, именно Динстон первыми предложили органические виски. Вот это их, конечно, сразу выделило, потому что часто у нас в обывательском таком понимании виски или алкоголь – это всегда где-то подспудно знак «не плюс». Вот. Но при этом вот есть винокурни, которые кто-то делает какие-то благотворительные шаги, кто-то именно борется за экологичность. Вот. Есть очень хорошие примеры. Тут же смогу вспомнить пример, например, винокурни Аран, да, тоже связано с орлами, которые гнездятся на этом острове и так далее. Вот. Ну вот Динстон — это, конечно, чистейшая вода, что не может не сказаться на великолепном вкусе. Вот. И, конечно же, это подход. То есть органические виски – это не маркетинг. Это именно глубокое следование некоторым таким и традициям, с одной стороны, и новаторским решениям, с другой. То есть имею в виду, что весь технологический процесс осуществляется на альтернативных источниках энергии. Кроме того, сам материал, то есть само зерно, приобретается у крафтового производителя, который осуществляет засев отдельных участков своих земель под определенные продукты. То есть для
производства пивного, это одни типы посевов, для виски другие, для хлебопекарных производств третий и так далее. И сбор осуществляется тоже на альтернативном источнике. Ну, безусловно, все мы зададимся простым вопросом. А что же с выдержкой, да? Вот. Ну, выдержка происходит в основном в бурбоновых бочках, но это белый американский дуб, выращенный тоже органически. То есть это участок леса, за которым идет наблюдение, где нет использования каких-то дополнительных веществ по... Он защищается органически, то есть это хорошие жучки поедают плохих жучков. Вот. И, конечно же, это деревья, которые уже более 15 лет находятся вот под таким контролем. Соответственно, есть соответствующее понимание полностью биологической чистоты, органических версий, которые в релизах, в линейке продуктов от винокурни Динстон. Ну, то есть на некоторых релизах написано органик, на каких-то нет. Да, да, это так. Там, где нету этой дополнительной надписи, то процесс происходит, как и во многих винокурнях. Ну, конечно, большой плюс – это вода. В целом, если говорить о воде, то на разных стадиях производства виски у нас, нам необходима разная вода. Где-то она должна быть сильно минерализованная, где-то как раз наоборот деминерализация происходит, вот, глубокая фильтрация и так далее. Вот, но в целом в индустрии где-то винокурни на литр производства виски тратят 12-14 литров воды. То есть воды для винокурни всегда нужно много. Это такой факт. Так, ну тогда, наверное, перейдем к каждому релизу. У нас, дорогие друзья, на столе сегодня 6 релизов. Вот, и мы сейчас более детально разберем каждый релиз, его вкус, ароматику, бочки, крепость. И начнем, естественно, с Virginoak. Да-да-да. Позиция, как я говорю, вступительная для того, чтобы нам ознакомиться с целым с подходом винокурни. Она недавно, в принципе, появилась в линейке Динстон. То есть мы импортируем позицию буквально пару лет. И до сих пор линейка начиналась сразу с 12-летней позиции, что немного иногда смущало наших любителей, ценителей виски. И мы донесли эту идею нашим партнерам. Была сделана большая работа. Я бывал несколько раз на винокурне. И, конечно, это большое впечатление, очень интересный, скрупулезный подход купажистов. Вот. И, конечно же, Virginoak очень хороший образец сбалансированного виски, где мы можем увидеть влияние дерева, выдержки в дубовых бочках и основной стилистики винокурни. В целом, если говорить о некой общности всех позиций, то практически во всех позициях ассортимента Динстон вы найдете медовые, карамельные ноты. И вот эта медовость, она, конечно, очень выигрышная, потому что она тонко подчеркивает чистоту тела напитка и хорошо выражает ароматику, влияние бочек, ну и задумки купажистов в отношении каждой из этих позиций.
Если говорить про этот релиз, он без указания возраста, но все-таки ориентировочный возраст. Наши партнеры всегда открыты в вопросах как бы состава спиртов. В данном случае средний возраст спиртов около 8 лет. Понятно, что будут спирты более молодые, тут есть спирты до 12 лет, но в целом, конечно, усилия основные, основная масса доли спиртов – это спирты примерно 7-8 лет. А если говорить про бочки, то это исключительно бочки из-под бурбона, здесь, насколько понимаю. Да, в этом релизе бочки из-под бурбона, и если говорить о современности, то в целом в индустрии виски порядка, наверное, процентов 75-80 бочки – это как раз бочки из-под бурбона. Вот. Что это дает напитку, то это, конечно же, такая легкая ванильность, иногда в некоторых версиях других линеек. Не только Динстон, но и представители индустрии, мы можем прямо сразу же почувствовать эту насыщенность, сладость или сладость с дымностью, которую дают бурбоновые бочки. Если мы говорим о крепости, то крепость не минимальная, 46,3. Да, да, да. С чем связано, что, то есть, достаточно высокая, наверное, как для меня, как для ценителя солодовых напитков, достаточно высокая крепость в базовом релизе? Выбирается некий оптимум для этого продукта. Вот, в целом, владельцы пакета, которые представляют винокурни Динстон, винокурню, например, Бунахавен и так далее, то они считают, что высокая крепость – это в том числе и возможность показать лучшие стороны напитка. Ну, на самом деле это в том числе связано с отношением к клиентам, то есть к потребителю. О чем идет речь? Если рассуждать о экономике, то мы знаем, что любые продажи у нас облагаются некими налогами, акцизами и так далее. Алкоголь, табак – это традиционно, в общем-то, те продукты, которые в большинстве стран являются источниками пополнения бюджета. В данном случае крепость 46,3 – это крайний процент содержания долей алкоголя для уплаты акцизов по ставке 46. То есть вот эти 0,3 – это максимально допустимые колебания. Таким образом, производитель еще раз демонстрирует свою клиентоориентированность и готовность максимально показать наиболее яркие возможности, яркие версии для своих ценителей и как бы потребителей. Да. То есть, естественно, если бы было 47 уже, то это было бы уже... Ставка бы изменилась. Налоговая ставка изменилась. Интересно. Так, в итоге выяснили про бочки, выяснили про крепость. Наверное, к следующему релизу плавно подойдем. Замечательно. Если говорить о 12-летней позиции, то в данном случае мы с вами получим продукт, ну, во-первых, 12-летние в целом. У нас в индустрии виски наблюдается дефицит возрастных спиртов. Поэтому те винокурни, которые сейчас нам предлагают 12-летние, 15-летние версии, это уже очень хороший показатель экономической устойчивости и, скажем так, верности традиций. 12-летняя позиция у Динстон, она очень деликатная, с нотами запеченной груши, с ярко выраженными цветочными и медовыми нотами.
даже, я бы сказал, больше медовой соты. Вот. Ну и, конечно же, опять нефильтрованная позиция, традиционно уже можно сказать, и без добавлений каких-либо там подсластителей и так далее. Без колера. Да, ну и, соответственно, мы видим, опять же, подход производителя, та же крепость 46.3, вот, и 12-летний выдержанный релиз в бурбоновых бочках. Если говорить про всю линейку, то, насколько я понимаю, вся линейка не проходит холодную фильтрацию и отсутствует колер. Да, у нас будет меняться крепость в линейке, безусловно. Вот, и, соответственно, мы будем видеть, ну, есть определенные нюансы, о которых я тоже расскажу для практически каждой позиции, потому что каждая позиция здесь особенная. Если Virgin Oak, как молодая позиция, смягчена выдержкой, полугодовой выдержкой в новой бочке, то новая бочка задает определенный ритм вкусовой сухости, чуть-чуть такой ноты свежей дубовой ноты. Вот. В 12-летней это более округлые, более медовые, цветочные, сладкие тона. Вот. И, конечно, я думаю, что следующая позиция, которая у нас 15 лет, она, конечно, наверное, будет отличаться от предыдущих двух. Во вкусе у нас будет легкая кислинка, при этом хорошая фруктовость и выраженные тона с ванили. Это у нас будет уже органическая полностью позиция. Вот, и, конечно, вот выдержка, древесная выдержка, она в обожженной бочке. И поэтому некоторые ноты легкой дымности, они все же будут присутствовать. Да. Так, если говорить о крепости, значит, если мы про базовый Virgin Oak говорили, что 46,3, а в 12-ке и в 15-ке какая крепость? Они те же самые 46,3, но вот дальше у нас будут позиции, выдержанные в разных бочках, это винтажи, винтажные позиции, и тут у нас алкогольная будет выше. Она будет 50% содержания долей алкоголя. Вот. И, соответственно, высокий алкоголь в целом производителям задумывается как возможность раскрыть определенные вкусовые нюансы и показать уровень спиртового баланса в напитке. Как бы это еще один такой, ну, скажем так, производственный шаг, как и фильтрация в сторону под конечного потребителя. А есть какая-то предыстория, то есть откуда они появились, эти винтажи? То есть базовая линейка, да, с указанием возраста, и вот 2002 год, Пино Нуар и Олоросо. Ну, в целом, скажем, в начале 2000-х, в конце 90-х мы наблюдали активное раскрытие спроса на азиатских рынках. До сих пор этот тренд сохраняется. Надо понимать, что разрыв между спросом и предложением был кратным. То есть я имею в виду, что примерно предложение в начале 2000-х к спросу было 1 к 10. Сейчас этот разрыв уменьшается, вот, но в целом наблюдается огромный дефицит, особенно по возрастным спиртам. Вот. Что, в общем-то, решили делать производители виски, как они решили расширить свои возможности? Это осуществить додержки в разных бочках. Но большинство пошло
по пути предложения non-age statement, то есть без указания возраста. И Динстон в этом случае, следуя своим традициям и понимая некую свою востребованность на рынке, решили предложить именно винтажные позиции и, соответственно, сделали такой интересный, скажем так, эксперимент, когда в бочках из-под Оло-Россо, из-под Пино-Нуар были выдержаны спирты, и каждый из них получился особенным. Вот, но купажисты, долго исследуя эти бочки, пришли к выводу, что продукты должны быть разлиты на более высокой крепости. В данном случае это, повторюсь, 50. То есть, если говорить про довыдержку и в первом, и во втором релизе, какое время? В данном случае мы имеем дело со следующим. Сначала напитки были в бурбоновой бочке с 2002 по 2016, после этого были разлиты в 2019 году, что-то, может быть, было и раньше разлито, но там в 2018, но принципиально это довольно долгий последующий финиш в бочках из-под Пино Нуар и из-под Оло-Россо. То есть финиш около 3 лет? Да. У нас на полках два релиза винтажные, Пино Нуар и Хересная довыдержка. Кроме этих двух релизов, есть еще какие-то? Мы скорее еще ожидаем от наших партнеров расширения подобных релизов, но, возможно, уже более молодых винтажей. Вот, безусловно, есть такие планы, вот, но пока их подтверждать немножко, наверное, будет рано, потому что все же это момент выбора купажиста. Вот, не будем торопить и будем следить за тем, как это у нас будет развиваться, расширяться. Вот. Ну и, конечно, дадим ангелам насладиться своей долей. То есть получается, если суммарная выдержка что-то в районе 17 лет? Да, 14. 17-18. Именно. Хорошо, финальный релиз на нашем столе — это 18-летний Динстон. Давайте более подробно его обсудим. С удовольствием. Крепость опять возвращается к классической, 46,3 для этого производителя. Напиток богатый с тонами сухофруктов, богатый элементами крем-соды, крем-брюле, насыщенный довольно, и при этом он остается объемным, с выраженной, в общем-то, такой древесностью и полнотелый. И, конечно, он в этом смысле выигрывает. Вот, в целом, повторюсь, что нота медовости, она есть во всех релизах, и 18-летняя также не является исключением. В данном случае это мед акации, то есть от разнотравного мы потихонечку пришли к более сладким, более ароматичным таким медам, если можно говорить о виске, что в нем мед и такие ассоциации яркие. Если говорить про бочки, то здесь тоже исключительно выдержка только в бочках из-под бурбона. В данном случае, да, выдержка бочки из-под бурбона. Вот, и, конечно же, производитель где-то он переобжигает бочки. Ну, в частности, мы так увидим в позиции 15 лет органик, там бочка переобожженная. Вот. И в винтажных релизах тоже есть определенные приемы, которые применяются в производстве.
Вот 18-летняя позиция, ну, как и все зрелые возрастные виски, требует особого внимания. Они пестуются, их буквально выращивают. Вот. Ну, в данном случае продукт был выдержан в бурбоновой бочке, и эта бочка была подобрана вручную мастером купажа, и, соответственно, постепенно она отслеживалась. Вот это интерактивное общение прекрасных спиртов из Динстон и отобранного дерева. Георгий, многие покупатели нашего магазина ориентируются на различные статистические показатели, следят за количеством проданного того или иного релиза, за определенной награждаемостью. Если говорить про всю линейку, которая сейчас у нас есть на столе, то самый награждаемый релиз какой? В данном случае я бы, наверное, может быть, и разделил бы это понятие по причине того, что есть классическая линейка, базовая, да, где у нас в основном возрастные версии, и есть ограниченные лимитированные релизы, и год от года здесь меняется и мода, и потребительские предпочтения, вот, поэтому здесь немножко разный подход. Безусловно, для нас было очень интересным открытием, например, Динстон, выдержанный в бочке из-под Ла Россо, соответственно, это виски 1997 года. Да. Вот позиция очень востребованная и в фокусе внимания как экспертов, так и потребителей рядовых. Вот. Что касается категории базовой линейки, то в данном случае, конечно, многим нашим потребителям нравится Organic 15. И здесь и именно, наверное, фокус на оригинальность и на то, что это именно вот позиционирование как органического виски, а традиционно это 18-летняя позиция, вот, по причине того, что возрастная группа потребителей здесь довольно широкая. Вот, это и, с одной стороны, молодые люди, которые хотят познакомиться с, первое, со стилистикой, конечно, с виски последнее время часто тянутся за модой к дымным позициям, но это не всегда успешно. Может иногда и напугать. И неподготовленный потребитель, он может даже на время вовсе отказаться от виски. У меня несколько раз бывали такие встречи, когда люди уходили от потребления виски из-за того, что столкнулись с яркой дымной фенольной позицией и не были к этому готовы. Вот. И пробовать подобные позиции, как 18 лет, в данном случае для них интересно тем, что они получают позитивный опыт и начинают, скажем так, разграничивать для себя стилистики и разграничивать для себя стиль конкретных винокурен. Вот. И это, конечно, уже рождает желание обзора, желание понимания продукта. В данном случае это очень удобная позиция, она довольно понятная и дружелюбная, если, в принципе, спиртной напиток с высокой алкогольностью может быть дружелюбным. Тем не менее, если вернуться к вопросу, можем ли мы однозначно сказать, какой самый награждаемый напиток на этом столе сейчас? Я бы, наверное, не стал взвешивать здесь медали по причине именно того, что потребитель будет выбирать по разным мотивам. Вот. Оценки экспертов в данном случае есть
устоявшаяся линейка, и так как она существует большее количество лет, естественно, большее количество медалей, да. И для того, чтобы мы оценивали, скажем так, равноценно позиции, да, я поэтому немножко и рассказал о тех преимуществах или нюансах, которые могут служить опорой для создания собственного мнения и не стал выделять какие-то отдельные позиции. Хорошо, если мы уйдем в продаваемость, здесь же мы можем какие-то цифры приоткрыть? Я думаю, что у нас очень активно востребован верджинок, сочетание такой древесности и медовости. У нас активно востребована позиция 15 лет за счет оригинальности. Вот, и вот такого исторически сложившегося подхода. У нас очень активно раскупается позиция 18 лет. И связано это с тем, что ценовое предложение в сочетании цена-качество, качество выбегает вперед. И в данном случае для потребителя это выгодно. И скажем так, попробовав, оценив, практически смело можно быть уверенным, что потребитель с удовольствием приобретет именно 18-летнюю позицию. Додержки в отдельных бочках, они скорее интересны и именно тем, что могут служить мостиком между миром вина или крепленных вин и миром виски. Если вы любите красное вино, то для вас найти эти ноты виноградности или вот базового виноградного сырья, конечно, будет интересно в Динстон Пино Нуар. Если вы любите более сухофруктные, насыщенные ноты, то, конечно, вы найдете их в Олоросо. Среди наших подписчиков на канале и клиентов магазина очень много людей, кто коллекционирует виски. Что можете посоветовать коллекционерам, если брать ценовой сегмент около 200 евро? Какой-то, ну, может быть, редкий или относительно релиз, может быть, не особо выдержанный, но он действительно уникальный и имеет свой какой-то инвестиционный потенциал в будущем. Очень хороший вопрос. Дело в том, что действительно на сегодняшний день сегмент виски в рамках алкогольной индустрии мировой, то это, наверное, самый быстро растущий сегмент. И этот восходящий тренд, он существует уже больше 20 лет. В целом, в истории индустрии виски никогда не было такого мирового восходящего тренда. При этом доходность получается гораздо выше, чем на других инструментах. В том числе даже относительно рисковых каких-то опционов или валютных. Вот, безусловно, бывают какие-то скачки, но если взять период времени 3-4 года и взвесить ту доходность, которую даст вам вложение, например, в виски или в какой-то другой актив, или легальный актив, да, то виски окажется гораздо более востребован. Ликвидность этого продукта, ну, довольно условно ограничена, потому что если злонамеренно не ставить напиток поближе к теплым лампам, не провоцировать его глубокое охлаждение ниже там 25-30 градусов и так далее, то в целом условия хранения довольно лояльные и сроки практически не ограничены. Если говорить о сегменте 200 евро, то, конечно же, в данном случае мы с вами увидим и возможность по винтажным позициям и по 18-летней позиции. Здесь
вложения, в принципе, эффективные, потому как выпуски спиртов, их не возрастных спиртов, их не становится больше, а эти релизы ограничены там объемами 5600, 5400, там, ну и так далее. То есть это вполне, так сказать, обозримые, понятные объемы. И, как известно, каждая выпитая бутылка немножко увеличивает стоимость оставшихся. Естественно. А, Георгий, такой вопрос связан, который с блендами. Отдает ли что-то Динстон на бленды? Если отдает, то куда? Ну, у Динстон довольно такое активно востребованное производство, при том вот этот характер медовости, он необходим для многих винокурен, тем более, что некоторые производители Хайленда или Спейсайда в том числе стараются использовать только региональные спирты, не выходить за рамки. Если в Спейсайде это довольно, ну, скажем так, доступно, большая часть винокурен Шотландии расположены именно в этом субрегионе, историческом субрегионе Хайленда, то в самом Хайленде винокурен хоть и предостаточно, но практически все они востребованы почти на 100%. И для купажирования, да, безусловно, крупные международные компании приобретают. Вот, но возможности по продаже все же не безграничные, они довольно ограничены, кроме того, что винокурня сама тоже активно работает над созданием собственных купажей и где-то каждые там, 5-7 лет предлагают какую-то новинку. Вот, поэтому, безусловно, да, продают спирты другим компаниям, но это небольшое количество. Потому что на Динстон нету ограничения по, нету жесткого ограничения по складам, и это большое преимущество. Если говорить про количество произведенного спирта в год, сколько сейчас Динстон производит? Ну, подобные винокурни производят где-то от 2,5 миллионов литров. Да. Ну, обычно это до 4. Вот, то есть это не какой-то монстр индустрии. Скорее наоборот. Потому что для того, чтобы закладывать виски на долгое хранение, вы должны немножко сокращать свое производство. И Динстон в том числе именно это и делает по причине того, что в его коллаборации также участвуют и Бунахавен, и Тобермори, и, соответственно, там ограниченная площадь для хранения, и частично приходится перевозить спирты в Динстон, поэтому наращивать объемы у Динстона нету возможности. Если мы сейчас поговорим о самом дорогом релизе Динстона, который существует в мире вообще. Ну, безусловно, есть возрастные релизы, но при этом это однобочковые позиции. И Динстон скорее о качестве, Динстон скорее о традиции и Динстон скорее о философии, чем о бутылках с бриллиантами, о каких-то супер дорогих релизов. Ну, мы знаем, что, например, есть крупные компании, которые предлагают там какие-то особые там бутылки с
глубокими винтажами, там 60, 70 и так далее лет. В данном случае, конечно, есть позиции с спиртами 60-х годов, вот, но надо учитывать, что все же эта винокурня относительно молодая. Поэтому в данном случае спирты больше 30 лет, конечно, они присутствуют, но вот там 50-60 лет, на нет. Частично мы затронули тему торфяного виски. Были ли какие-то эксперименты в прошлом или, может, планируется в будущем, чтобы Димстон сделать дымную какую-то составляющую там? Были, ну, скажем так, мне доводилось попадать в святая святых, где копажисты работают в лабораторных условиях на винокурне. Экспериментальные образцы дегустировали, и могу сказать, что дымность не мешает. И дымность входит в интересный контраст с вот этой медовостью Динстона. Вот. Но пока планов сделать релиз или регулярную позицию с такой дымностью, пока такой идеи не было у купажистов. Вот. Ну, будем смотреть, будем наблюдать за тенденциями, потому что не на всех рынках вот такие яркие дымные позиции востребованы. А если касаться такого сегмента, как blended malt, были ли когда-нибудь взгляды в эту сторону на создание, на смесь нескольких малтов? Это искушение есть, да, действительно есть. И даже, ну, есть искушение сделать с такой деликатной дымностью, вот, используя возможности винокурен, входящих в группу. Вот, но все же в Южном Хайленде настолько мало винокурен, что, конечно же, хотелось остаться в этой стилистике, поддержать ее и по-прежнему давать возможность потребителю знакомиться с этим, потому что это необычно, это очень деликатно, и в принципе, как blended malt, как отдельная идея, да, есть. Да, действительно, у купажистов, ну, мне лично доводилось пробовать такие позиции. Вот, они очень интересные, они яркие, очень выигрышные. Вот, но пока мы все же наблюдаем развитие с позициями с разными додержками, разные финиши, вот, наверное, пока в этой направленности. Если резюмировать все то, что вами было сказано за всю эту передачу, то Динстон очень необычный, Динстон уникальный виски, который может удивить многих. Я думаю, да. Вот. И следом, наверное, такой созрел вопрос. Если говорить про уникальность, то какие три факта принципиально отличают Динстон от других представителей региона? Ну, первое, понятно, это расположение, региональность. Вторая это особенность, это возможность производства органических позиций. И это большая трудоемкость, большая философия и очень четкий, интересный подход. И, конечно же, стилистика самого напитка, то есть создание той вот красной нити, которая определяемая всегда и во всех позициях. Соответственно, вот некая... Медовая нить, об этом да, идет речь. Да, да, да. То есть вот эта традиционность, это тонкость, и довольно интересный такой необычный подход, который дает возможность даже в слепой дегустации обнаружить, что это именно этот продукт.
Финальный вопрос. Последние новости дистиллерии, может быть, какие-то релизы в ближайшее время попадут на российский рынок. Что мы можем анонсировать для наших подписчиков? Я думаю, что в ближайшее время мы увидим релиз, который будет выдержан в бочке из под бурбона, но именно бочка из штата, доблестного штата Кентукки. Угу. Это будет яркая позиция. Вот, и я сам где-то заинтригован этой позицией. И надеюсь, что она будет прямо очень высоко востребованной. Угу. Это будет релиз без указания возраста, с указанием возраста какие-то? Думаю, что это будет релиз без указания возраста, и он прямо будет ярким, темно-янтарным, угу. Он будет таким со всей присущей яркой ароматикой специй, разных сладостей, чуть-чуть легкой дымки, то, что мы наблюдаем, то, за что мы любим бурбон, и то, что позволяет нам всегда его определить и насладиться им. Угу. Какие-то ориентировочные сроки, может быть, есть? Я думаю, что это месяца 3-4, угу. Вот, и мы увидим эту позицию, угу. И порадуем всех любителей винокурни единства. Угу. Угу. А если говорить про 2002 год, про винтажные версии, возможно ли появление каких-то еще? Да. Вначале мы затронули этот вопрос. Да, мы надеемся, что у нас будут такие версии. Я пока, скажем, не стал бы называть конкретный год. Но этот год мы можем брать. Но это будут, скорее всего, года до 2012-го. Угу. До этого момента. Угу. Георгий, спасибо, что посетили нашу передачу. Я надеюсь, достаточно красочно мы рассказали, обсудили нюансы каждого релиза от Динстон. Не забывайте подписываться на наш канал. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.